Состоялось очередное рабочее совещание, посвященное воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана. В Казанско-Богородицком мужском монастыре государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения Ментимир Шаймиев и митрополит Казанский Татарстанский Феофан обсудили предложения по внутреннему оформлению, музификации и благоустройству территории вокруг храма. Государственный советник республики и глава Татарстанской митрополии в сопровождении исполнителей проекта ознакомились с ходом проектных и строительных работ. На сегодняшний день завершены работы по лепному декору верхнего храма, начаты работы по его золочению. Ведутся работы по изготовлению иконостаса, который будет установлен в пещерном храме собора на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери. Продолжается реставрация сохранившейся живописи пещерного храма. Выполнено устройство южного входа собора. Завершены работы по монтажу фасадных икон. Начались работы по благоустройству территории. Вы сказали сейчас ключевую истину. Задача религии не для нашей религии. Это научиться общаться со Всевышним. Также создан проект по благоустройству сквера. А центром музейного проектирования разработана концепция музея истории Казанской иконы Божьей Матери и Богородицкого монастыря. По мнению участников совещания, основу экспозиции должны составить подлинные музейные предметы из Государственного музейного фонда Национального музея Республики Татарстан и Музея археологии Института археологии имени Альфреда Халикова.